Татьяна Устинова. Третий четверг ноября. Эпиграф. Но в том еще беда, и видно неспроста, Что не годятся мне другие поезда. Мне нужен только тот, что мною был обжит. Там мой настольный свет от скорости дрожит. Там любят лечь, так лечь, А рубят, так с плеча. Там речь гудит, как печь, красная и горяча. Мне нужен только он, азарт его и пыл. Я знаю тот вагон. Я номер не забыл. Юрий Левитанский. Сон об уходящем поезде. Конечно, она его не узнала. Столько лет прошло. А сколько лет прошло? Два года, что ли? Или уже больше? Нет, конечно, больше, больше. Три с лишним. Расставались в апреле, а нынче уже ноябрь. Значит, выходит три с половиной. И когда они пролетели эти три с половиной года? Как успели? Конечно, она его узнала. Если бы прошло 300 лет, ну даже с половиной, она бы все равно его узнала. Нет ничего глупее вопросов, чем те, которые люди задают друг другу 300 лет спустя. «Ой, я тебя и не узнала. Ты как?» «Нормально, а ты как?» «И я нормально. А зачем ты к нам?» «По делам. А ты все здесь». «А где же мне еще быть?» «Да мало ли где». «Нет, я здесь. Меня повысили, так что...» Про повышение было сказано не без умысла. Умысел пропал в туне. Он не обратил внимания. Он никогда не обращал внимания на такие вещи. Она с головой нырнула в сумку. За пропуском. А на самом деле, чтобы не таращиться на него во все глаза. Он придержал перед ней дверь. Чтобы она не стукнулась в нее лбом. А на самом деле, чтобы не рассматривать ее так уж откровенно. В вестибюле стало еще хуже, чем на тротуаре. Во-первых, потому что голоса разносились по всему огромному и тихому помещению, отдавались от мраморной плитки. Во-вторых, здесь никого не было, кроме охранников за конторкой и нескольких опоздавших, маявшихся возле стеклянной коробки скоростного лифта. Люка вынырнула из сумки. Пропуск зажат в руке и вид растерянный. Он вдруг рассердился из-за этого ее растерянного вида. В конце концов, столько лет прошло. И ничего же не происходит. Он не собирается немедленно тащить ее в свою пещеру. И вообще никуда тащить ее не собирается. Он рассердился и немедленно сказал глупость. «Ну пока, до свидания». Она кивнула, он повернулся, и вдвоем они двинулись к лифтам. Путь наверх здесь был только один, общий для всех. В полном молчании плечом к плечу они подошли к раздвижным дверям и стали. «Здрасте, Елена Сергеевна!» Добрый день, Слава. Можно я к вам зайду после совещания? У меня вопрос. Да, конечно. Слава стрельнул глазами в ее спутника, будто оценил, сделал странный жест, нечто среднее между кивком и поклоном, и отвернулся. Хорошо, что половина сотрудников новенькие, подумала Лека. Никто ничего помнить не может, хотя и, и помнить-то нечего. Здравствуйте, Елена Сергеевна у нее за плечом, негромко сказал тот, перед которым ей было так неловко, и она с изумлением обернулась и посмотрела. «Мы же здоровались». «Да мы уж и прощались». «Да, это точно. Они уже попрощались. Столько лет прошло, она даже не узнала его там на улице». Впрочем, она сразу его узнала. Лифты пришли, как водится, все одновременно, и в просторном хромированном пространстве, увеличенном зеркалами и полировкой, она и он конечно же, остались вдвоем. «Тебе какой?» «Шестой». Он нажал две кнопки. Она не стала смотреть, какая вторая. «Как ты живешь, Лёка?» Она улыбнулась храброй независимой улыбкой. «Я хорошо. А ты как живешь, Платон?» Его звали Платон Легран. Надо же такому быть. Была какая-то невразумительная история про петербургского дедушку-ресторатора, а может и не дедушку вовсе, а про дедушку или про прадедушку, оставившего в наследство такую фамилию. Платон никогда подробно не рассказывал, а то, что рассказывал, Лёка слушала в полухо, из вежливости. Слишком много в последнее время развелось потомков дедушек-рестораторов, дедушек великих князей, бабушек-балерин Мариинского театра, тетушек-фрейлин и дядюшек-камергеров – все вранье. Камергеры, князья и балерины, которых не успели расстрелять, отбыли в Париж, а остальные сгнили на каторге и вольных поселениях. Потомок ресторатора посмотрел на нее, усмехнулся загадочно и пожал плечами. Видимо, таким образом отвечал на ее вопрос о том, как он живет. Лифт тренькнул, кабина дрогнула и остановилась. Вот и поговорили. «Ну, пока, да?» «Кофе пить со мной не пойдешь?» Лёка засмеялась. Если бы прошло 300 лет, ну даже с половиной, она все равно узнала бы его по этому вопросу. Ни так-то, ни деликатности, ни понимания, ничего. Не пойду, сказала она и опять засмеялась, а тебе что, делать нечего, среди белодня кофе распевать с. Она поискала слово, не сразу сообразив, как себя поименовать. С бывшей любовницей, со старой знакомой, с давней подругой. С тобой, подсказал Платон Легран. Двери лифта бесшумно закрылись, и кабина опять поехала. «Я среди бела дня хочу распивать кофе с тобой». «А что тут такого?» «Ничего», — проскрежетала Лека, Он увёз её на другой этаж. «Нет, Платон, у меня дел полно, я и так опоздала». Лифт остановился. «Ну?» — спросил её спутник весело. «Теперь на первые двинем?» Лёка посмотрела на него почти с ненавистью. «Господи, она и забыла, какой он противный, самоуверенный, упрямый, привычно слушающий и слышащий только себя. «Точно не пойдешь?» Лифт опять дрогнул, и двери опять сошлись. Он наугад нажал какую-то кнопку, и они поехали. «Слушай», — сказала Лёка, — «я хочу выйти. Выпусти меня, пожалуйста». «Высадка пассажиров осуществляется только на остановке. Вот сейчас будет остановка, и ты выйдешь». И она вышла. Оказалось, он привез ее на шестой этаж. Собственно, как раз туда, куда надо. Она кивнула, очень раздраженная. Он знал эту ее манеру кивать снизу вверх, когда она сердилась или была недовольна. И изо всех сил, стараясь не коснуться его ничем, ни пальто, ни сумкой, держась очень прямо, вышла из лифта и пошла по сверкающей плитке. Звук ее каблуков отдавался от мраморных стен. Почему стены мраморные? Как в гробнице или турецкой бане. Ну, на черта здесь мраморные стены. Платон знал ответ на этот вопрос, потому что в последние десятилетия нефть была очень дорогая. Вот и вся премудрость. Потому и стены мраморные, и полы мозаичные, и фонтаны на каждом этаже, и лексус у любого мелкого деляги. И ПТУ поэтому же называется колледж, библиотечный институт, университетом управления культурой. А любая барышня, пишущая в смс «Встретимся в понедельник», именует себя психолог-консультант. Есть еще барышни-дизайнеры, Барышни-телевизионные ведущие. Никогда невозможно узнать, что именно они ведут и, собственно, куда. Есть барышни-продюсеры, барышни-журналистки, барышни-бренд-менеджеры. Только барышень-крестьянок не осталось ни одной. Все повывелись. Ни ко времени она попалась ему на глаза. Его бывшая барышня-начальник. Ему нужно было в офис адвоката Астахова. И неожиданно для себя, приехав опять на первый этаж, Платон некоторое время соображал, на каком же этаже тот самый Астаховский офис. Сообразив, он опять погрузился в лифт и поехал. Охранники проводили его изумленными взорами. Мало кто в этом шикарном здании на Поварской просто так развлекал себя катанием на лифте вверх-вниз. Платон помахал им рукой. Из вредности. Они не сталкивались... Сколько? Года три, наверное. А может и больше. Впрочем, он всегда плохо помнил имена и даты, особенно такие, с которыми было связано что-то болезненное или неправильное. Все, связанное с Лёкой, было болезненным и неправильным. «Не все, услужливо подсказала ядовитая и подлая память. «Не все, не все. «А третий четверг ноября? Молодое божале, ночь, дорога. Ничего такого ты не помнишь, конечно, но я-то точно знаю, как было, и ты можешь притворяться сколько угодно, лихачить потряхивать гривой приглашать ее на кофеек гадость какая но я твоя память сейчас все тебе покажу хочешь он не хотел ей богу он не хотел, но было уже поздно, даже в этом слове божале было что-то Лёкина, веселое присущее только ей по крайней мере так ему когда то казалось он не любил вино и ничего в нем не понимал и даже слегка гордился этим непониманием. В последнее время все до одного менеджера средней руки, вчерашние выпускники все того же ПТУ, вдруг на напропалую стали разбираться в винах, бриллиантах, марках одежды, в серфингах, дайвингах, флайфишингах, тест-драйвах, хорсингах, урожаях 2005 года, лакированных ботинках и парфюмах с феробонами. Платон Легран пополнять собой легион разбирающихся и посвященных не желал решительно, а потому не разбирался и не посвящался. Лёка его посвятила. Нет, конечно, он слышал о том, что в третий четверг ноября следует пробовать молодое божеле, то есть красное вино нового урожая. И это вроде бы даже праздник там, где выращивают виноград и делают из него вино, то есть во Франции. К нему, Платону Леграну, этот праздник никакого отношения иметь не мог. Он не выращивает виноград и не делает из него вино. «Ты что, Сказала ему Лека, когда он изложил ей все, что думает, по поводу божоле, феромонов и лакированных ботинок. Это же так здорово. Я не люблю красное вино. Ты же знаешь, я пью виски и точка. Точка, точка, запятая. Пропила Лека, подняла ему на очки и быстро поцеловала в губы. Она любила сделать что-нибудь неожиданное. И твоя кривая рожа тут совершенно неуместна, и красное вино ни при чем. Как ни при чем, когда божеле – это и есть вино. «Третий четверг ноября?» – торжественно объявила Лёка. «Это предчувствие праздника, понимаешь? Это красные рождественские цветы, которые ставят на стол, чтобы праздник уже поскорее приходил. Это свечи, белая скатерть, горячее мясо и молодое вино в пузатом стакане. Это значит, что год на исходе, и времени осталось всего ничего, только доделать дела, подвести итоги и в последний раз собраться с мыслями перед Новым годом». Ты же не знаешь, что там впереди. И она длинно присвистнула. За далью даль. Ты что? Спросил Платон, прищурившись. Романтическая особа. Сам ты романтическая особа, сказала Лёка. Мы немедленно едем в ресторан. Ты оставляешь там машину, и мы надираемся красным вином. Согласен? Нет, нет, у меня завтра с утра дела, и я не готов. Ты скучная, занудная, старая кляча, объявила Лёка. Она знала, что он поедет и будет проделывать все, что ей хочется. Так было всегда, и ей казалось глупым в этом сомневаться. Ты даже не знаешь, от чего отказываешься. Он и вправду не знал. По дороге она передумала и велела ему ехать в магазин, а не в ресторан. И он был ей за это благодарен. Кажется, он даже думал тогда о том, как именно он благодарен. Ядовитая колючка памяти, впившаяся в сознание, проткнула насквозь твердую надежную защитную оболочку, и те бывшие, позабытые, утратившиеся эмоции теперь вырывались наружу с тонким протяжным тоскливым свистом. Среди этих эмоций совершенно точно была благодарность. Она не потащила его в ресторан, потому что знала, он ни за что не бросит в центре Москвы свою обожаемую машину и не станет пить молодое божеле и в ресторане у них не получится предчувствие праздника. Они поехали в магазин и купили там несколько темных бутылок, украшенных странными, непривычно яркими, затейливыми этикетками, как на пластмассовых йогуртовых бутылочках. Должно быть, молодому божеле полагаются именно такие нелепые этикетки. Кто его знает? Еще они купили мясо, сыра и, кажется, ореховый торт, так и оставшийся невостребованным как-то моментально в два счета Лёка соорудила ужин. И свечи были, и пузатые бокалы, и они тянули это самое божеле, как воду. И Платон все пытался его нюхать, объявив ей, что точно знает, в вине должны быть букет, аромат, послевкусие и еще нотки. Как же без них? Должны быть нотки красной смородины, горького ириса, сладкой черешни и немного жгучего перца. Ничего не вынюхивалось. Ни перец, ни черешня, ничего. Должно быть, он и вправду не понимал вине. Потом в голове зашумело как-то приятно, успокоительно, как будто теплый ветер подул с того самого французского виноградника, где разливали в бутылке молодое вино, и свечи загорелись особенно ярко, и сквозь теплый ветер в голове Платон подумал, что у него на самом деле никогда не было такого праздника, что это только лека и могла придумать. И еще он подумал, что дело вовсе не в божале и не в том, что нынче третий четверг ноября а в том, что им радостно и интересно вместе, как никогда не было поодиночке. И теперь так будет всегда. И так на самом деле была целая вечность. До самого апреля. «Продолжать?» — поинтересовалась ядовитая старуха память. «Или хватит пока?» Третий четверг ноября. А еще на кофе пригласил и спрашивал, сделав специальный мужественный голос, пойдет ли она. Должно быть, память не только отравила сознание, но и что-то сделала с его лицом. Потому что астаховская секретарша Маша, едва он вошел в офис, убралась от него за перегородку и оттуда тоненьким голоском спросила, чего Платон Алексеевич желает, чаю или кофе? «Молодого божале», — пробормотал Платон Алексеевич, — «ведро и половник, взболтать, но не перемешивать». «Простите, пожалуйста, еще раз, пожалуйста», он никак не мог отделаться от мысли, что Лёка где-то рядом. Всего несколько стен, какое-то количество мраморной плитки, мозаичных полов, пара фонтанов, и он её увидит. Для этого ничего особенного не нужно. Просто дойти до её рабочего места. Он даже представил себе, как она выглядывает из-за стеклянной стены и какое у неё становится лицо. За несколько прошедших лет они так ни разу и не встретились. Странно. Мы все время были в городе одном, Платон несколько раз заезжал к Павлу Астахову и каждый раз думал, увидит он Лёку или нет, и так ни разу и не увидел. А сегодня они столкнулись нос к носу. Должно быть от того, что ноябрь.